Картины чувашских художников в эти дни можно увидеть в Ульяновске, а картины ульяновских – в Чебоксарах. Впервые за полвека между нашими регионами проходят выставки по обмену. Как-то полтора года назад два художника из Ульяновска и Чебоксар работали плечом к плечу на знаменитом пластовском пленере. Так возникла идея себя показать и на соседей посмотреть. Вот эта точка соприкосновения все-таки произошла, выставка состоялась. То есть мы вчера открыли в Ульяновске выставку наших чувашских художников. Сегодня открываем ульяновских художников. И то, что все-таки вот это вот общение регионов, общение городов, художников, это действительно очень ценно сейчас в наше время. В Чебоксары художники привезли 80 работ. Кто-то оценит простые мотивы, например, портрет чайника или болванку Владимира Горшунова. Кто-то более замысловатые, вроде «Его больше нет» Ирины Мерзликиной или гордые Николая Маврина. Интересна эта выставка у нас, допустим, тем, что мы видим что-то новое. То есть новое, что нам необходимо, в общем-то, как, наверное, как глоток воздуха, да, что мы можем взять для себя, особенно для молодежи. Мы вот сюда привезли не только профессиональных художников, да, но еще есть работы наших начинающих молодых художников. Выставка ульяновских мастеров развернута в салоне Союза художников Чувашии по улице Константина Иванова. Продлится она до 15 сентября. Екатерина Карпова, Борис Андреев, Республика.